на работу актерскую, это только кажется, что все, значит, сразу становятся вообще такими суперартистами, все гурченки, да? Все поют и танцуют. Нет. Еще по дороге столько приходится преодолевать всяких неприятностей актерской профессии. Не только цветочки в финале, но и что хочешь. Таким образом, мы добиваемся того, что в кадре работают дети, которые совершенно спокойно и свободно себя ведут в кадре. Это очень важно. И все мы являемся одной из главных кузниц детей, которых разбирают на картины, на разные. Знаете, есть такая притча. Две мышки упали в две банки с молоком. Одна сложила лапу и утонула, а вторая била лапкой, взбила масло и вылезла. Я просто хочу сказать, что только труд, только настоящая упертость дает вам возможность знать. Когда меня спрашивают, как вам удалось, я говорю, я больше всего в жизни люблю свое дело. Я вам всем желаю хорошего Нового года, хорошего праздника. И чтобы из вас обязательно что-то замечательное получилось. Спасибо вам большое.